Хей-о, гайз, с вами Шимки, и мы продолжаем проходить игру по названием Borderlands 2. Короче, я посмотрел, что да почем. Кусочки мы с вами потом соберем. Кусочки. Почему? Потому что нам все равно, оказывается, сюда придется идти по миссии, чтобы попасть вот сюда наверх. Поэтому что мы сейчас пойдем, все равно мы туда не попадем. Поэтому закупаем патроны и валим отсюда. Нафиг надо. Так, добраться до сердца пустоши. Мы сейчас как раз и зададим два задания. Или потом. Два задания зададим. Одно уже здесь. Это хорошо. Так, сразу по предметам. Максимум здоровья. Ближний бой, урон, та-та. Второе дыхание. Так, кстати, а что у меня за камень? Патрон для снайперской винтовки, хорошо. Здесь у нас емкость магазина и перезарядка. Формовая винтовка. Я чую твою кровь. Так, продаем, берем машину и едем. Здоровье, щиты, налетай, покупай. До скорого свидания. Так, машинку берем, вызываем, телепортируемся. Так, задание. Бежище стоять. Мальчик. Так, сейчас мы это тоже выполним. Блин, жалко, что серьезно здесь нельзя проехать никак. И здесь закрыто, блин. И главное, что не открывается. Серьезно, блядь? Это сейчас серьезно. Окей. 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 Если это так работает, то круто. Сори, я тупой. Держу в курсе. Так, кстати, а как мне тогда... Туда нужно было заехать. Сейчас попробуем здесь. А ну-ка, по низу. Ага, это там, да, где-то генератор врубается. Ну тогда мы еще этот можем выполнить с вами квест, слушайте. Сейчас, если здесь дверь откроется. Все. Сейчас попробуем. Найс. Давайте службу поддержки выполнять. Кстати, а мне тогда... А, ладно, спрыгну потом к машине. Ну, чтобы там не разбиться. Нихрена тебе выстрелов нужно. Все в порядке. Что, полетели начинать? Полечели. Полечели отсюда. Давай вперед.
Run, run, run! Все, пипец. Откуда я знал, что врата открываются? Не думал, что они открываются. Так мне еще и время прибавляет много. Тогда проблем не должно вообще быть. Хотя, хер его знает, как сейчас сложится все это дело. Вот раз врезался, считаем, потерял 3 секунды. Так. Next. Давайте то, что на горе. Не, давайте все-таки что здесь. Здесь ближе. Не, все-таки это быстрая миссия. И не нужно ждать, чтобы подобрать предмет. Ну и последнее, так, где вот тут цветы были. А нет, это не с цветами. Вернемся. Компенсации. Подожди, это куда мне нужно вернуться? Фу, раковые, больше в рот не возьму. Угу. Эфес это облегчает работу. Две, 2К. 2К. Так как мы все это дело продаем, мне лучше брать то, что выгоняй. Пришел, что такое? А, что такое, кисть? Что ты смотришь, ты? На руки сейчас нельзя, ложись спать. Пустяк. Мой толстячок. Так, мальчик. Мальчик. Настоящий рединый мальчик. Давайте переоденем робота. Привет! Я не хочу тебя убивать, что немного странно. Мне нужна твоя помощь. Ох, мне нужно имя. У людей есть имена. Я, видимо, не функционирую как надо, так что, как насчет Мэла? Мэл? Собрать части тела. Почему я не чувствую себя человеком? У меня нет конечностей. Я слышал, у этих бандитов тонны запасных конечностей. Можешь попросить у них парочку? Попросить? Так нифиг, как нифиг делать, слушай. Только это снова ваше задание, сбегай принеси. Сбегай, принести, подай. Так, откуда лучше начать? Давайте оттуда. А, там. Да. Плохая идея. Вычесть сообщение. Я их не буду читать. Так, наверх. Не убегай!
Ну. А где конечность? Подожди, ты заметил. Я уверен, что это отличные конечности. А можешь принести еще? Я хочу, чтобы у меня был богатый выбор. Ха, да принесем. Да ё-моё. Жесткий, жесткий. Все, бандит, ты жесткий. Так, ты у нас на горе. Давай, побежали сюда. Настоящий мальчик, хирургия. О, я уже вижу ее, сверкает. У меня глаз алмаз, мне как зрение ястреба, считайте. Рука Франкенштейна. Здоровичка. В этом миссии мы, мне кажется, много что сделаем. Там странная коробка. Так. Так. Но туда я не пойду, потому что я не знаю, что там, во-первых. И пока что я не думаю, что это нужно. Ладно, уже нужно. Ребят, вы не против? Я зайду тут, заберу вещицу одну. А. Не беда. Ни хрена, здрасте. Как говорится, хорошо забежал. Подождите, может у вас есть эти? Может, я у них начну... А о чем я вообще говорю? У них найду запчасть. Что я тупо... Я что... Тупость какую-то сказал, нахер надо. Найду у них запчасть. Ну, типа, карту, я думал. Часть карты, потом вспомнил, что это в другой локации карта. То можем отсюда валить. Так. Мы сейчас все равно побежим на своих двух. Плюс ножка. Нам туда нужно побежать за последнюю часть. Ну, хотя тут не очень далеко. А, это где вот эти двое? Так, и здоровяк должен быть. Невыгодно за последней частью идти отдыхать. Мне что-то кажется, он сейчас из себя такое чучело сделает, знаете, маленькую ногу возьмет. А хотя, может, он все себе запчасти эти прицепит. Так, погнали. Ай. Так, полетели.
Блин, я думал, они серьезно закрыты, что тут нельзя проезжать. Ну ладно. Ну кто знал? Кто знал? Я не знал. Я аж тогда подъехал, ну типа, к ним подошел немного, они не открывались. Я думал, они типа заперты. Мел, как дела? Конечность не точно лучше! Человечество, я иду! Нет, я человек! Я ем еду, и у меня есть желание! У меня есть долг по кредитной карточке и жена, которой я ничего не чувствую! Так, 888. Королевский охранник, лёгкий пистолет. Еще есть человек, да? Победи Мэла. Я пришел к осознанию! Теперь я вижу, что человечность не придет с ношением одежды, или если я одену лицо из плоти на Пандоре, человечность означает убивать других людей. Так что, блин! Ай, так больно! Спасибо, что помогаешь мне! Когда я убью тебя, я поистине человеком стану! Кстати говоря, этот бой был очень веселым! Пожалуйста, возвращайся, не стесняйся, и мы сделаем это снова! Мел, ты уж сейчас почти дохлый тут, если что. А вот это что мне интересно за проход? Ущелье руды. Давайте я сюда зайду, просто посмотрю. Добро пожаловать на бойню. Мокси перепрограммировала меня, чтобы я развлекал зрителей и участников сексуальными шуточками. Подожди, ты имеешь в виду это типичная арена? Нет. Увы. Увы, нет, я не собираюсь. Кстати, у меня такое чувство, что... А, записывает, все хорошо. Не хочется арену, у нас уже есть одно место с ареной. Да, я помню это место, все, это арена, это типичная арена. Всё, сюда можно выходить. Это то же самое, что у нас в холодильнике, у того, типа, место. Тома, заткнись. Так, ладно. Давайте тогда тяжелые эти деньки возьмем. Труды, деньки. Я машину сперли. Меня сперли машину, это не круто. Ладно, побежали. Томас, если я сейчас подойду, я тебя ударю. Ты же это понимаешь? Он это понимает. Я по жопе ему как хрясну. Ну сразу. И все. Блин, а че они машину мою украли? На меня сейчас эти ебоны понападают. На дробовик нужно будет, слушать, еще патрон понакупать. На некоторые денежки. Так, а что у нас там? Турелька у нас там. Ну мы сейчас прибежим туда, если там будет быстрое перемещение, мы его используем. И полетим. Чтобы не терять время. Угу. Уничтожить... Этих гиперионцев, да, нужно? Еще две штуки где-то. Обнаружены посторонние. Перекрываю дорогу к информационному... Снова. Черт! Джек закрыл дорогу к форту. Брик, как нам пробиться туда? План простой, взрываем все подряд. Искатель, ты двигай в котел Пилозуба. Это о том, о чем я вам говорил. Все равно мы туда по сюжету придем. Окей, нам нужен транспорт. Я туда пешком не собираюсь бежать. Добраться до сердца пустыни. Мои
Твои парни могут проложить дорогу к форту, но им понадобятся хлопушки покруче. Укради для них хорошую взрывчатку. Круто. Ну и мы не будем с вами... Ой, слушайте, можно туда поехать сразу уничтожить там турель. И потом где-то поездим и найдем последнюю. То давайте, может, сразу поедем за этим. Поэтому сейчас фастом сюда. Смотрим, что здесь. А здесь, в принципе, у нас ничего такого. А, у меня уже по 4 опыта дают за них. Найс. Нет, невыгодно. No. Ага, это она была, все. Это была последняя. Так, стоять. А, да, мне сюда, сюда, правильно, правильно. Так, ускоряемся. Да мне кажется, мы взрывчатку с вами сейчас найдем сразу. Только нужно доехать до туда. Так, а я там... Я сюда не ходил, да, еще? Потом, ладно. Так, в центр нужно быстро тогда пробежать, фастом. Да? Фастиком. Чтобы добраться до бомб, нужно пройти через грот дымящегося гуана. При этом тебе придется прикончить толпу белозубов. Но ведь так даже веселее, да? Да. Да, да, да. Белозубы вот... Вот, видите, войдите. Много лет выдают Джеку пойманных искателей хранилища. С тех пор, как тот повысил награду. Мы уже давно сражаемся с этими мерзавцами. Убей их всех, искатель. И не забывай улыбаться во весь рот. Тебе нужно украсть несколько зарядов Y-94 от дома. Только они помогут нам добраться к форту и найти воина. Садись в лифт и на склад взрывчатки поднимайся. Все, бежим. Спасибо за то, что подталкиваете. Да, это как раз тот лифт, о котором я думал. Можно попасть в лифт? Я понял. Ладно, взрывчатка, бой. Вы что, херели? Вы что, херели? Воу-воу-воу! Жесткие, жесткие. Бам! А, так не ваншотнуло? Нихера себе! Убивать!
спятил? Ой, карта выпала. Тихо, тихо, карта, карта, карта. Оставьте копья, влились в наши ряды в новой гавани. Или стали бандитами. Те, кто стали бандитами, обосновались в старой гавани и стали грабить, убивать всех, кто приближался к городу на расстоянии полета какашки. Тихо, сейчас бабахнет. Сложно это понять, куда мне идти. Я понял. Найдем. Так, все, да? Любимый, любимый, говоришь? Побежали. Так, по прямой. Вниз. Нет, нет, только не в лаву. Наверх. Еще выше. На этом мы уже все проходили, поэтому мы знаем, куда идти. О, там сзади нападают. Так делать. Это ёлки-палки! Да чё такое? Вспомни о том, что все знания и опыт Роланда отправились в помойку, когда он встретил меня. Спроси себя, если я совершенно спокойно уничтожил командира алых налетчиков, то неужели мне будет сложно справиться с безумным бандитом и снайпером-алкашом? Эта штука на шее высасывает мои силы. Обещай мне... А, то есть мне нужно было сюда бежать. Останется... Класс. Патрон, пристрели Джека. Всегда. Всегда, деточка. Не беспокойся насчет этого. No. Так, поехали по верху. А то начнут зажимать сильно. Бежги! Они взрывные юзают бомбы. Выстрелы. Хочу, чтобы ты кое-что уяснил. К черту Пандору, это личное. Ты нанес мне непоправимый ущерб. Но я могу убить твоих друзей-искателей и уничтожить летающий город. Для начала. Летающий город хочешь уничтожить? Я-то я проходил просто, не обращай на меня внимания. Я тебя должен творить. О! Больше всего на
развейте минометы и свой стервятник под названием взрывает. Если ты разнесешь стервятник, миномет так разозлится, что спустится к тебе. О, карта! Через пару недель Роланд и Лилит отправились в старую гавань и покончили с остатками конца. Копейщики твердили о каком-то сокровище, украденной добыче, которую они где-то спрятали. Не убегай! Минус стервятник. Все. Время искать место спрятаться. Деритесь между собой. О, карта выпала еще. Значит, у тебя есть все части карты. Да. Думаю, теперь тебе нужно отправиться в детку. Если все пройдет удачно, ты будешь в шоколаде. Едкие пещеры? А, так подожди, я еще не открыл? Я думал, я уже открыл, алло. Давай, ломай-ка взрыволёт полностью. Миномёт бойца охренел, ты сам на них не спустится, а ты его тут и чпохнешь. Да, кстати, когда разберешься со взрыволётом, не смотри на это. Хорошо, сам не с ним. Сейчас я спущусь и заставлю тебя. Воу-воу. Теперь садись. Убить миномета? Хорошо. Но они пока отвлекаются на этом, я пока пробегусь. И нам все равно придется в едкие пещеры. Еще идти! В едкие пещеры нам еще придется идти. Там. Блин, ну. Сука. А хотя у нас там проходы открыты с сокращением путей. Точно пропустят. Посмотрим. Нормально. Сейчас пробежим. Ух! Вот это буст! Кто-то меня только что бустанули. Не, ну деньги да, но все равно как бы туда-сюда забираются. Я знаю. Да-да, я. А это откуда? Херовина. Так, перезарядиться. Ой, что на дробовика? А, у меня базука есть. Поднимемся, там задание сдадим. Будет классно. Мои парни украдут взрывчатку, но сначала ты должен расчистить небо. Сбей эти птички. Птичек. Давай, где эти птички? А. А, я не попал. А, это тяжко сделать. Сусай. Давай я задание возьму. Сусай. Пока могу. О, здоров. Надо убраться в планету. Надо улететь. Мне нужен маяк наведения. Навигационный маяк. Планеты украли один. Говорят, они мои друзья. Но нет, не друзья. Достань мне его. Пожалуйста. Взять питомца Улиса. Ну, ребят, я хочу сделать все.
Не, я знаю, где имеется в виду маяк. Нам туда, по идее, может и придется идти. Посмотрим. Короче, снайперка у нас самая мощная пока что. Тихо. Стоять, тихо. Улица, питомец, он находится... А, тоже снизу стоять. То есть... и то здесь. Ну, маяк, ладно, я то знаю, где маяк. Давайте за питомцем тогда. Вижу подъем. Рыбка. Золотая рыбка, это твой питомец. Прикольно. Так, а тут нужно вниз прыгнуть. Еще ниже. Вот. Оп. Ну, помните, я вам говорил, что, скорее всего, это придется заюзать где-то. Но этот маяк, это мой билет отсюда. Принеси его назад! Принеси его назад! Да не волнуйся ты так. Сейчас все сделаем. По красоте. А, мне карта. Мне карта нужна. Ай, ладно, пробегусь. Ты ж меня пропустишь, чел? Спасибо. Пожалуйста, давайте по бочкам не стрелять, по мне тоже не стрелять, у меня мало хп. А то еще ненароком убьете. Вообще херня будет. Так, еще ждать, пока лифт спустится. Воу-воу-воу, тихо-тихо! Скается он там? Так, отхил. Давай, наполняйся. Поехали. Нужно, короче, броник будет прокачать, если я хочу именно к турели. Восстановлению турели дойти. Чтоб у меня отхил быстрее шел. Так, сразу в бок убегаем. И к нему помчали. Сейчас наверх тут залезу, просто и спрыгнем. Все. Я включу маяк и смогу улететь. Могу покинуть эту планету навсегда. Давайте посмотрим, как он это сделает. Улис. Я могу улететь. Наконец-то я нашел способ улететь с этой забытой Джеком планеты. Возьмите меня! Возьмите! Улис. Улис. Кажется, я не улетел. Нихера тут стервятников нужно уничтожить. Ладно, поехали. Босс? Какой босс? Я убил босса? Дерись, малым, меня не трогать. Ладно. Давайте, еще двоих нужно.
И последний остался. Ну. Как же вы бесите, стервятники. Не можете на месте стоять. Вижу одну. Так, ускорить. Ускорить, ускорить, ускорить. Мои парни идут! И последненькая. Мясники идут на выручку! Пригнись! Мясники высаживаются! А почему пригнутся? Так, мне бы это, на дробовик патроны немного. Спасибо. Все? Отлично! Теперь прыгни с восточного парапета башни. Это самый быстрый и безбашенный способ добраться до станции телепорта. Подожди, я вижу, тут еще есть закрытая область. Неизвестная для меня. Мы тут были? Там вижу сундук. Мясник, ты! Ты чё, выпрыгнул из гнезда стервятника? Офигеть! Ты ж сам сказал! Я тобой горжусь! Так, всё. Если что, здесь пробежим. Ну там, смотрите, довольно хороший был ящик. То я не зря потерял время. И как раз мы все равно добежали до точки. Куда нам нужно. Все отлично. Вот так, как должно быть. Ой, стоять, а мы же все выполнили здесь. А, в едкие пещеры вернуться. Ну да. Мы сделали все как надо. Пора убивать. Так, я немного заблудился, кажется. Так, стоять, я немного заблудился. Сука, я заблудился. Меня только кислотой не задень. А, лестница, вижу. Сука. Ну подождите, я заблудился. Ты животное, я заблудился. Куда идти мне? Алло! Я заблудился! Знаете, как мне легче было бы? Выйти с игры просто. Ей богу. Что я бегу? Непонятно, куда я бегу. Зачем я бегу? Короче, серьезно, если ты не знаешь, что делать, делаешь вот так. Это самый простейший способ, как чтобы быстро переместиться. Нажимаем продолжить. И просто ожидаем. Ох. Появляемся мы около телепорта. Но это время только мучаюсь, блядь. О, видите, все ништяк. Все отлично. Давайте, короче, я закуплюсь. Если тебе что-нибудь понравится, дай знать.
Давайте, может, в убежище, да, слетаем. Так, убежище. Где оно тут? Ой, блять, нашел и потерял. Хотя нам все равно еще сюда нужно будет сходить. Для доктора Зеда. Поэтому как так. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.